МКС. Ну, сейчас должно пролететь вот здесь. Мимо. Да что ж такое? Все, да? Да. Ну, в общем, что получилось. 31 октября 2021 год. Харьков. Учитывая что буквально полчаса назад тут был сплошной туман. Казалось, что вообще снять ничего не получится. 4.58 по Киеву в Харькове. Так, вот наш смайлик. С двумя глазками.
Ростовская тыква в придачу. Ух ты, а эта звездочка в первом дубле была гораздо ближе. Колония. А, ну в принципе, предыдущая съемка была часа полтора назад. Ну, первый дубль имеется в виду. Насколько я помню, за сутки луна смещается по небосводу для наблюдателя с Земли. Относительно звезд на 13 угловых градусов, что очень прилично, то есть она отстает. От звезд. Каждую ночь мы можем ее видеть, встающую над горизонтом луну, чуть позже, чем, ну, грубо говоря, Сириус встал, поднялся над горизонтом, сразу за ним луна. На следующий день это будет с большим и большим зазором. А давай сейчас, наверное, при таких настройках он этот овальненький кратер снимем. Хорошо сейчас падает свет. Вот он в центре экрана. Солнечный свет освещает луну удачно сейчас. Так. Ну что. Снять попробовать еще при таких настройках. Стажары. Чтобы два раза не вставать. Получится, не получится, не знаю, но получилось. Вот тебе, пожалуйста, семь сестер. Ха, ты представляешь, ну полчаса назад я руку вытянул вперед и не мог понять, левая она или правая, такой туманище был. А сейчас я стажара снимаю. Субару. Плеяда. Да, ну, звезды хотя и являются родителями планет, это, в общем-то, и всего живого на этой планете. Про другие населенные планеты не знаю. Но, конечно, гораздо ярче выглядит Сатурн с кольцами или Юпитер с экваториальными полосами, чем просто огромный шар пламени. Или три пояса пламени. Три шара пламени в поясе Ориона. Ладушки. Пошли, наверное, на Луне закончим. Дубль. И ждем Меркурий. Может, повезет, увидим Меркурий, встающий сегодня. Хэллоуин. Так, ну ладно, как и обещал, заканчиваем на смайлике чеширского кота.
5.03 по Киеву, Харькове, 31 октября 2021 года.